Всем привет! Очередной день, очередное чтение книги с учением учителя, который был космического уровня, который чувствовал движение планет, который находился в таком состоянии, которое он пытался передать всем своим ученикам через уроки, через лекции, через технологию кундалини-йоги, которую он называл самым быстрым методом развития человека. И он говорил, что если найдется метод другой, он займется им. Сейчас мы используем не только кундалини-йогу, сейчас приходят новые технологии, которые можно сравнивать, использовать. Но сегодня мы будем читать очередную частицу лекции, которую давал в свое время Йоги Баджан. Далекий 2000 год, вроде бы как совсем недавно, но уже 20 лет прошло. В Лос-Анджелесе собирались очень большое количество учеников, и он давал напутствие о том, как жить в новую эпоху, в эпоху Водолея, в которую уже семимильными шагами они вступали. Он чувствовал, какая энергия приходит. Он иногда рассказывал истории о том, что он видит своим тонким видением события через 5000 лет, о том, что будет происходить. И он говорил о том, что будет меняться энергия и планетарная, будет меняться энергия космическая, и что наше сознание, нервная система нуждается в том, чтобы была соответствующая технология, которая поможет сбалансированно людям входить в это время и быть на плаву, и быть на уровне и духовном, и физическом, и нервном, и использовать эту энергию во благо себе и всем, кто рядом. И начнем читать. Вы человек, но всеми вашими знаниями, полученными из книг, комплексами упражнений йоги, разговорами о медитации и Боге, вы забываете о том, что вы человек. Каковы признаки того, что вы постоянно помните о своей человеческой природе? Первый признак. Вы оставляете попытки что-либо заполучить. Все само придет к вам. Второй признак. Вы не будете бедными. И третий. Вы всегда будете его воодушевлены. Круто, да? Это все должно быть само собой. В том состоянии, когда вы становитесь человечными, и вы излучаете это все, все процессы положительные начинают происходить сами собой. Я проснулся утром и вспомнил, что я человек. Было 3 часа ночи. Я сказал себе, если я просплю до 8 часов утра, то я потрачу еще 5 часов. Но если я не буду спать, то значит нет этих часов. Я покорил время, сбросил одеяло и подчинил себе пространство. Когда вы безумно хотите спать и едва видите часы, происходит сбой в одной фрагментальной вещи, а именно вы забываете, что вы человек, созданный по образу и подобию Бога. В этом и есть ваш шанс обрести просветление без чьей-либо помощи. Это возможность воссоединиться с Духом. Чего вы в действительности хотите? Вы можете хотеть чего угодно, но Бог, который подарил вам эту жизнь и все, что в ней есть, и помогал вам развиваться, возможно, хочет дать вам что-то совсем другое. Это называется конфликт сознания с Создателем. Этот конфликт знаком нам всем. Мы говорим, Бог есть все. Но кто же тогда творит зло? Вы разделили Бога на две части, Бога и дьявола. И большую часть времени забываете о том, что вы человек. Итак, теперь у нас 3 участника. Первый – это дьявол, плохой и ужасный. Второй – это Бог, хороший и чудесный. И третий участник – это забывчивый вы. Когда же вы собираетесь осознать, что вы человек? Когда-нибудь? В тот день, когда вы вспомните, что вы человек, вы станете божественным, и двойственность покинет вас. Вы станете процветающим, и жизнь преподнесет вам массу возможностей. Вы станете богатым, минуя необходимость становиться богатым. Тонкость этого момента. Минуя необходимость быть богатым, просто станете богатым. Как человек, вы бесконечны.
Вы можете изучить все языки. От языка камней до языка гор, от языка птиц до языка червей. Ваша бесконечность может сделать вас счастливым. В этом заключается ваша целостность и полнота. Осознайте лишь одну вещь. Я человек. В ближайшие 3 дня смотрите на все как человек. Знайте, что вы человек, и делайте все как человек. Посмотрите, как быстро это изменит вас и сколько сил придаст. Вы чудесно проведете эти 72 часа. Вы должны поверить, что вы человек. Не пытайтесь доказать это себе, так как это факт. Это придаст вам уверенности, это раскроет в вас самые прекрасные стороны, и вы будете сверкать, словно драгоценный камень. Все дурные мысли, все слабости, все отрицания, вся боль, все начнет исчезать. Не забывайте правду, единственную и божественную, самую сакральную и секретную правду. Вы – человек. Он придает этому качеству бесконечность. Он придает этому качеству то, что не досказывается в обычном мире. Нами принято думать, что человек – это просто физика, это просто плоть, это просто сгусток таких желез, нервной системы, перетекающих жидкостей. Но помимо этого, человек – это создание, которое пришло из бесконечности. И это есть проявление бесконечности. И он, когда ощущал проявленность своей бесконечности здесь, он расширял то название под названием «человек». И мы идем к тому же, чтобы убрать эту границу, которая остается только на физическом уровне. Заявляя о себе, что я есть человек, мы заявляем о том, что мы есть проявление бесконечности. И сейчас будет медитация, которая так и называется «Я человек». Простая, легкая. И осталось только позволить энергии этой медитации проявить, чем она такая замечательная. Изначальное положение сидя, простая поза, или на стуле, где у нас стопы под коленями. Руки ставим вот в подобное положение, между кончиками примерно 2,5 сантиметра. У вас появится, может быть, легкое ощущение энергии пальцев. Буквально они так друг друга поглаживают, но не соединяются. Локти в стороны, ладони смотрят друг на друга перед сердечным центром. И мы будем делать качающие движения. 10 сантиметров вверх, примерно 10. 10 сантиметров вниз. И этот ритм мы возьмем делать вместе с треком «Хами-хам, брам-хам». Мы будем делать этот ритм, действовать и наблюдать за теми процессами, которые происходят. Помимо вот этого простого движения, будет также воздействие на седалищный нерв, который отвечает у нас за скорость протекания нашей нервной энергии, нервных импульсов. Остаемся в этом положении, глаза закрыты, и движение только от локтей. Мы не двигаем плечами, не двигаем вверх и вниз, не делаем такого движения, только от локтей. И все. Остаемся в этом положении, глаза закрыты, слушаем трек и начинаем вместе с ним движение. Сделаю чуть погромче. Послушайте саму мантру, некоторые, может быть, никогда ее не слышали, и постепенно начинаем присоединяться. Хамихам брамхам, хамихам брамхам, хамихам брамхам, хамихам брамхам, хамихам брамхам, хамихам брамхам. Амихам брамхам, амихам брамхам, амихам брамхам, амихам брамхам, амихам брамхам, амихам
брам-хам, хами-хам, 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 брам-хам,
Хамигам, брам, хам. 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 Хамигам, брам, хам.
руками. Хам, рам, хам. И сейчас продолжаем движение руками. Но на вдохе мы поднимаем, делаем вдох. Да, слушаем хами-хам. На хами-хам делаем вдох. На брам-хам делаем выдох. И продолжаем. На хами-хам вдох. На брам-хам выдох. Сделайте вдох и вытяните руки наверх. Вытяните руки наверх. Выдох. Продолжайте дышать. Продолжайте дышать и почувствуйте. Почувствуйте себя человеком. Почувствуйте, что вы все можете. Все у вас. Вы полны процветания, блаженства и красоты. Хвалите себя, продолжайте спокойно и глубоко дышать. Просто хвалите себя, чувствуйте себя безграничными существами, с безграничными возможностями, с той самой сутью, что изначально представляет из себя человек. Глаза закрыты, держите руки вверх, как бы соединяя себя с бесконечностью. Почувствуйте себя безграничным светом, наполненным безграничными возможностями. Раскройте грудную клетку, не зажимая ее. Держите руки наверх, руки расслаблены. Просто свободное дыхание. Почувствуйте энергию, почувствуйте и позвольте ей идти через вас. Чувствуйте поток. Почувствуйте, как ваши руки наполнены, ваше тело наполнено. И сейчас полный вдох. Потянитесь, вытяните позвоночник и пушечный выдох. И снова вдох. Потянулись и пушечный выдох. И еще раз вдох. И выдох. Опустите руки вниз, расслабьтесь, закройте глаза. Почувствуйте свое состояние. Почувствуйте, насколько вы изменились, ваша чистота, ваша вибрация, ваша сила. Просто находимся некоторое время в этом состоянии. Почувствуйте, что все творение, все звезды, все планеты, все галактики,
такое же полноправное проявление, как и ваш свет, ваше солнце. И, соответственно, вы полноправные участники всего этого творения. Такие же свободные на вселенском уровне. Вдох и свободный выдох. Еще немножечко мы изменились, еще немножко мы вложили в системы свое знание. Знание – свет. Недостаток знания – всего лишь недостаток знания. Нет тьмы, нет такого состояния, что абсолютный свет. Нет такой градации, и нас учителя учат, что даже в самой темной темноте есть частица света, и в самом ярком свете есть элементы темноты. Нет такого резкого, нет такого ограниченного такого мышления на высоких планах. И многие учителя говорят за то, что нужно уметь находиться в любых условиях и идти к свету. К светлой части, к знанию, находить ее в любых условиях. Как-то так. Все во благо, и пусть это во благо будет всем, кто рядом с вами. Сатнам. До следующих чтений. До свидания. Традиционное чтение по воскресеньям.